что ж, тогда начинаем прохождение Not Another Magic Tower Game. Это такая необычная айвана с механикой RPG. Довольно забавная, вроде бы хорошая. Есть, конечно, противоречивые о ней отзывы. Но посмотрим. Вообще, я на самом деле не знаю, зачем я согласился сейчас ее начать проходить, потому что я рассказал, что вообще-то большая Ивана будет после второй Камелии. Ну, ладно, один стрим проведем, а следующий будет тогда, ну, не знаю когда, по ней. Ну, сейчас давайте посмотрим, все равно, как бы, поиграем. Голосовалку можно глянуть, но все равно уже она ничего не изменит. Ну, с ролевыми элементами, ну как бы, ну да, я думаю, это и есть RPG. Ну, это же RPG, там же прям уровни есть, там все есть. Вот. Ну давайте. Так, соответственно, захват, как вы понимаете, я не настраивал, потому что... Потому что я сейчас не выключал стрим. Ну, потому что в воскресенье я не прохожу вторую Камилию. То есть я сказал, предлагайте варианты. РПГ подразумевает глубокий сюжет? Нет, Снап, ты загнул. Ты загнул. При чем тут сюжет? Game will override the current save you use. Are you sure to continue? Yes. Да, по воскресеньям теперь будут другие игры, но сегодня вот это, но это как бы исключение. Где я? О, ты наконец-то проснулся. Чё за фигня? Фея? ДР, не помню, что это. Ну, говорит, ты должно быть смущен этой ситуацией прямо сейчас. А, как ты посмел? Фея, да? Именно. Ты избран быть тем, кто сразиться с великим злом, живущим в магической башне. Как можешь видеть, великое зло вернулось, и чудовища, ну, видимо, опять заполонили все, да? Не знаю дословно. Никаких умений сражаться, так что я могу обеспечивать тебя информацией, которая может помочь тебе, ну, настолько, насколько я знаю.
твое задание... ну, остановить зло, наш великий воин. Пожалуйста, выполни свою судьбу и сделай, верни все так, как было. Я сделаю это. Но зону дай. Что? Не знаю. Великий воин Бантики. Иди. Ты преграждаешь мне путь к зеленому ключу. Ну ладно. Взятие ключей. А, бери ключи, чтобы открыть дверь. Цвет ключа должен совпадать с цветом двери. Только через дабл даймонд прыгать. Нет, не делают отца. Она не простреливается. Теперь тебе нужен желтый ключ. Отправляйся. Открой желтую дверь и нажми. А, нет, двигайся к желтой двери и нажми кнопку дверь. Кнопка А по умолчанию. Необходимо уведомить, что... Ну, то есть, ну как, нужно заметить, что ты будешь также... Тебе также понадобится нажать кнопку вниз, пока ты пытаешься открыть дверь и стоишь перед ней. Зачем? Вниз вроде не надо. Это твоя первая встреча с монстром. Ты можешь видеть маленький квадрат сверху справа от монстра. Это жизненный статус, основанный на твоей текущей возможности. Зеленый означает, что монстр не может навредить тебе. Желтый означает, что тебе требуется сразиться с ним, чтобы победить его. Красный означает, что монстр слишком силен, чтобы победить его. Сейчас убей монстра, который перед тобой. Нажми кнопку меню, X по умолчанию, чтобы открыть меню, и ты можешь увидеть детали по поводу этого монстра. Маленький слайм. Атака 2, защита 1. Опыт 1. Ачивки. Лол. Собирай изумруды, или как их там,
да, ну, чтобы увеличить свои возможности. Красный изумруд будет увеличивать твою атаку, а синий увеличит твою защиту. По назначению. Вау. Жизненный напиток увеличит твое хп на единицу. Тебе он типа нужен. Так, этого я могу убить тоже. Который сверху, но пока что выйдет. Воу! Ай-яй-яй-яй-яй. Вау. Так, я понял, мне нужно сменить управление срочно. Хотя как, а тут нельзя, блин. Ну, в смысле, мне нужно прыгать на кнопку вверх для битвы. Значит, буду переключаться для открытия дверей. А то мне неудобно сражаться. А как и не попал? Привет, Артемон. Вечера? Ну, ПЗ, у меня нет. Не вечера. Да начинается. Я каналька. Как-то в голове не совмещается, что я играю вроде бы как в РПГ, но тут надо диагональки прыгать. Блин, еще надо и выпрыгнуть диагональку. Блин, вот это издевательство. Так. Я Блэк не могу уничтожить какого-то Кинга. Камень и Фас. Так, а, значит, я этих не могу.
почему декорации сменились? Такая честная игра. Нет, не восстанавливается, конечно. Я где-то видел RPG, в которой бы восстанавливалось. Но, по крайней мере, из старых. Я теперь этих вообще касанием убиваю. Скорее всего, он меня убьет касанием. Просто я вот тут коснусь его и... Вряд ли тут возможен перекач. Тут же нельзя просто брать и качаться. Тут только надо собирать эти изумруды, которые как бы в единственном экземпляре. Корнер? Это вообще законно? Да ладно, ну вы нахрен. I don't know preparation. Зря я не сохранился, лол. Я второй раз так не сделаю, кроме... Так, у меня есть синий ключ и 3 желтых. На C4.
соседней двери тыкнуть действие. И где ачивка? Или действие это что? Ой, не, плейн я прыгать не буду, спасибо. Чего так колбасит на платформе? А этот импостер, да? Эй, HP. Ладно, походу мне нет выбора, мне нужно идти вон туда. Нет, плейн идет нафиг. О, я уже этих могу убивать, хрена себе. Так, у меня есть желтый ключ, но надо ли его использовать? Давайте не будем использовать, пока мы не пройдем все пути, которые без ключа. Стоп, а мне туда прыжка придется потратить, чтобы отсюда выпрыгнуть.
завтра. А как, я не понимаю. На какую кнопку, я не понимаю. Мышкой, да они упоролись. Что-то походу мне рановато, да, сюда. О, я могу теперь сражаться с этими. Можешь найти дорогу наверх? Пойди и убей все красные слаймы на этом этаже. Соник. Да лол, а как это вообще проходить, я что-то не понимаю. А как?
Это не босс. А и чё мне дальше, я посмотрю параметры. Ну. И что? Посмотрел. Он не разгоняется, если ты не заметил. Да лол. Начинается фраза. Ой, да это еще изи, там в конце вообще хард будет. Ну к чему это говорить, я не понимаю. Такое прям для меня открытие, что ой, в начале игры враги проще, чем в середине и в конце. Ну вот это, блин. Не, ну просто это настолько очевидно, что это еще изи. Снизу тяжелее. Я прыжок каждый раз делать, но его нахер. Нет, не сейвит. Гоги, ты же проходил. Что-то закрадывается сомнение, что ты проходил. Может, ты с год-модом проходил?
Пошла нахрен. О, жесть. А еще я ничего не сохранился. Не трать свои ключи, это остановит твои шаги, что? Теперь вопрос, а где мне сохраниться лучше? Безопаснее. Фух. А, остановишь что движение. Блин, еще две. Или хотя бы одну. Вот. Ну, не обязательно двоих-то убивать. Можно одного только убить. Атаку повысил? Я вроде лечилку взял. А, нет, я взял атаку, да? Тут кач не идет. Тут кач только если кристаллы собираешь. Я вижу. Не обязательно подсказывать вообще прям все, да? Дайте мне поиграть тоже. Это же не комедия все-таки. Так а что уровень-то дает? Уровень ничего не дает, по-моему. Здесь только кристаллы дают. В опциях написано, что дает следующий уровень тебе. А, плюс 5 хп и плюс 2 защита. А, там прыгать надо. Блин, а что здесь сделали с физикой платформы? Что за жесть? Да, кстати, я красных начал убивать касанием. Или так и было уже. А, ну давайте. Thank you.
Time. За что чипку дали, я не понял. А, вот, the black shit. А, без урона прошел каждую из этих вот букашек. Синего ключа, лол, что? А, значит, надо было справа заходить. Мне и не надо наверх подниматься. Да как мне только одну дверь справа открыть? Долго открывается. Мне нужно открыть две, да? А, одну вот эту и все.
Да что же вы подсказываете мне каждый чиф-то? Ну, что за лол? Да, зачем он мне нужен? Я же все равно с ним не могу сражаться. А, он убьет меня. Да лол, что за рандом такой? Раз надо для этого попасть-то. Один хп осталось, но я хз. Я не говорю... Ты чё, я не говорил, что я не смогу его убить? Я такого не говорил, лау. Перепутал. Че, пытаться без урона его убить? Ладно. Я не могу верхнего все равно убить, ну что за лол? Игра сделана хорошо, то здесь не может быть ситуация такой, что все, надо только играть, начинать игру сначала.
тупик себя загнаю. Но учитывая, что это Айвана, конечно, тут всякое может быть. Ты должен иметь возможность победить камень перед тем, как двигаться выше. Понятно, у меня нету, по всей видимости. Но я же могу вернуться, если что. Ну ясно. Мужик-то не врал. Кап 2. Так, и чего? Ну, видимо, все, надо начинать игру сначала. А. Я не буду этот кристалл брать, я не буду его брать, нет. Ядрис, лол. Да там, кстати, да, там стена, наверное, не настоящая, с другой стороны. А, он сверху? Ну да, он. Ну как в него попасть? Чё? Нет! Как? Два? По новой? Нет, рис. Но это уже на босса похоже. Бля. Привет, поп. Давайте, знаете что, мы сразимся не с этим, а все-таки вот с этим. Чтобы назад могли вернуться хотя бы. Опять еще один пришел, говорит, ой, все намного хуже, ой, дальше будет сложнее. Ну вы откуда такие беретесь, лол?
Наверное, рестарт, да? Значит, за два цикла я его убиваю. Да, ачивки не главное. Ну как бы, если я не знаю, то как бы ладно. И специально сидеть искать ачивки я не буду. Ну потому что я урод получил большой, вот видишь, минус 8. То есть, как бы, если вы мне скажете, какие тут ачивки есть, там, да, типа, какой я могу получить сейчас, то я попробую, но, как бы, искать еще. Это не... Ну, а чё-то меня не упало, лол. Да блин, дурацкое вот это сделали, зачем что так стреляет, ну блин, это бред. Никакой опасности не несет, по сути, это, ну блин. Есть без урона. Так, а чё я тут не сделал? А, я могу к тому мужику сходить. Блин. Да ладно, лол. А я не знаю, что за игра, кстати, с нас. Что, в МГС 2 есть ачивки? Откуда? Отлично, ты нашел секретную стену на этом этаже. Ты выглядишь сильным. Ты должен сразиться с другими монстрами теперь. Позволь мне рассказать
больших секретов. О других секретах. А, переиздание. Насколько я знаю, ты можешь получить ачивки за каждое вида монстра. Упс, я уже пропустил некоторых. Я перезапущу игру. Успокойся, молодой человек. Здесь будет галерея монстров, в конце игры, в самом конце игры. Если ты придешь туда, ты можешь испытать всех монстров снова для ачивок. Это круто. И что, как сказано в какой-то мистической заметке, рекордный метод, это получение всех ачивок, я не понимаю. Типа это тебе поможет, если ты найдешь их. Я не знал, что у него есть какой-то дело. Но я не мог к нему подойти тогда. Плейн, ну хз, ну лол. Плейн тяжело сделать. Тоже совсем жесть. Или нет? Круто, ты пришел сюда. Ты видел искажение на правой верхней части корнера угла? Да, что это? Насколько я знаю, великие офигенные сокровища, да, хранятся там, но никто на самом деле не знает деталей. Многие воины, такие как ты, входили, но никто не возвращался обратно. Интересно. Я вижу, ты другой. Что-то там, тебе нужно победить фаст. Вначале, перед тем, как ты войдешь в искажение. Удачи. А, там враги, я что-то не заметил. Проблема выйти отсюда. Через 3 часа. Привет, Райс. Посмотрим. Ну, я ВК на стриме не читаю, разумеется. Оборвал и убежал.
нет, я не хочу использовать красный ключ. Нет, нет. Нет, я не буду использовать красный ключ. Он какой-то дорогой, походу, очень. Я не знаю, как помочь платформе. Как это тупо выглядит, по-моему. Нет, я не буду. Скоро второй левел по смертям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чё тебе везде отмена мерещится, Резорку, что ли? Это не бака. Ничего, хорошо, сидим, фармим, а почему нет? Мерещится, у тебя одни отмены в голове. Потому что ты шипы одни проходишь постоянно. Зорга, ты же купил себе нормальную клавиатуру, которая может делать однофреймы. Отучайся от отмен. Просто не старался. Все, не нужна никакая отмена. Вот и верь после этого Икину и Эльзорге, где нужна отмена. Ого, силу что-то набрал. Ну
я не знаю, я не сохранюсь. Да. Надо вот этот вот супер эф сделать. Так после супер эф еще полуинверт, а потом тебон в обратную сторону. Стейк на косточке, понимаешь? Супер фри, да. Не, ну его нахрен тогда, ладно, я не пойду туда. Чё, ради одного этого? Стоп, я не могу туда не идти? А как, я же плейн вниз не сделаю. А, и без платформочки можно. Ладно, потреним вот это. Да полу даймонд тоже хрен сделаешь, ну и лоу. Это же, ну, он еще и не с земли, а с прыжка. Не изич. Не изич или зорга. Я никогда еще не мог сделать плейн вниз. Это, как видишь, сложный снап. Ну, 100% с первого раза, да, тяжело. Тем более, это же прыжки. Это, ну, немножко другое, как-то, да? Ну да, наверное, полежит. Заснул. Удачи. Так, я все еще не могу камень победить. Ладно, идемте дальше, да, пока. Когда мы сможем камень побеждать, вернемся сюда. А фея, она не отходит. Она тогда же, я же прав.
Ну, блин. Что же там за камень такой суровый, что я его даже сразиться просто с ним не могу. Я уж молчу про то, чтобы там хороший урон ему наносить. Я просто даже сразиться с ним не могу. Да ну лол. Я не сохранился? Да, ну они как бы позже появились, понимаешь, Снап, так что фиг с ними. С какими там я врагами намучаюсь, ну за, для чего? Я же уже сказал, не говори таких вещей. Попросил. Я верю, что в этой игре будут очень сильные враги, с которыми будет куча мучений. Это Айвана. Блин, ну лол, как бы. Тут будет, естественно, боль дальше, но это очевидно. Хочешь, что, типа, чтобы я в это не играл или чё, или почему это говорить? Типа, не веришь, что я это пройду или что? Ну, я не понимаю смысла этих фраз. Ой. Мне уже даже не надо с ним сражаться. Такая нового. Ну хорошо, ты предупредил, и что я должен предпринять? То есть, как мне должно помочь это предупреждение? А, нет, я же... По-любому, короче, под этой дверью тайник, да? Thank you.
Но это вообще нереально. Это я видел в какой-то игре, в iPhone без X, по-моему, такой. Но обратно-то я не вернусь тут. Ну да. Ты можешь хотеть крылья, не, иметь крылья, но ты можешь не найти изумруд. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, ты можешь не иметь возможности решить ридл. Не знаю, что такое ридл. О, я могу с камнем сражаться теперь. Загадка. Как я урон не получил? Не понял. Меня не пускали с ним сражаться, так он же изи. Если у него сейчас не будет новых атак каких-нибудь. Ну типа толстый очень, понятно. Я от рандома зависел. Я там чуть-чуть хп, по-моему, потерял. Ну, по-моему, хрен с ним, у меня и дофига хп. Так. Имеет смысл наверх сходить? Да. Одна секрет... Один скрытый проход стап на экран, сказали уже. Ну, может, я неправильно перевел, конечно, но вроде говорили. Там было написано, что в каждой комнате есть скрытая стена. Я обожаю грани. Мне показалось, что это одно и то же.
не может же за экран уводить стена. Окей. Блин, аж два красных кристалла, офигеть. Да ну чё я тут торможу-то? Привет, пророк. Blind Run, пророк. Слепое прохождение. Я не могу плейн вниз делать никак. Не, стоп, а зачем мне там? Не надо было его делать. Я, а где я ключ не сэкономил? Вот он тут, и про этот. Тут не надо было, я ничего не, я не тратил никаких ключей. Без понятия, о чем ты, пророк. Ну вообще, я, разумеется, я плейн вниз никогда в жизни не делал. Ты об этом что-то говорит? Это о чем-то говорит? Я плейн вниз ни разу в жизни ничего не делал. Ни разу, нигде, ни в Джетуле, нигде. Просто ни разу. Так что, какие еще вопросы? Опять я перепутал. И где здесь плейн вниз? Тут нет плейна вниз.
убиваю камни. Я не знаю. Вот где-то показывает, на ком я хэзу. Ну вот, типа, значит, на втором, на третьем уже. А, ну блин, ну обращение как-то существует, да? Все, что без обращения, это обычно к стримеру, значит. Странно. Видимо, потом что-то. Да лол, ну он упреждение появляется, ну чё за лол? Понятно, в воздухе тоже появляется. Гриди не знаю. Какой-то гридимен прыгнул в дитч перед тем, как он осознал, что не может выпрыгнуть. Только человек с силой и мудростью может собрать сокровища.
понимаю, что про... Что-то вы вообще меня, по-моему, не считаете... Как это? Считаете за дебилу. Реально, вот, подсказываете абсолютно все. Даже очевидные диалоги. Ну, лол. А понимаете, если бы я не мог перевести, но... Ну, что-то как-то вообще жестко. Даже черных уже нету вообще. Так. Я могу открыть и синюю дверь. Так, а я могу пойти без синей двери, да. Зачем мне на синюю тратить? Ядрён батон. Ходуки. Нет, а я же сохранился вначале. Думал, может там стена открывается. Серьезно? В каком смысле не 4? Я не 4. Это жесть, конечно. Блин, без урона пройти тяжело будет. Нет, я просто хотел вернуться от пулек там. Нет, я не был такой мысли. Новое поколение, понятно, бабочек. Инвертированное управление.
тучу мышь, ну лол, что вы начинаете? Не вижу ничего сложного, просто долго. Но если не торопиться, то, по-моему, изи. Перепутал кнопку, ну и... ну лол. А, у меня нету, нету поля слабых, я всех убил. Враги не бесконечные. Она заядрила, ну... Да ладно, ну и в нафиг, ну блин. Капец, чё она так тратит много? Один хп. Что советуете? Попытаться без урона ее? Ясно. Ну а нервы вообще по жизни пригодятся, понимаешь, нам такое тоже.
мало снял, лол. Значит, вначале нервы обрести. Привет, Вадич. Ну, ничего, у нас же выходные. Если ты не заметил. Есть. Так, теперь надо выжить, сохраниться. Вот бы сейчас на шипе умереть. Орк-свордсмен. Лол, запомнил снап. Да ну ты лол. Да серьезно? Это РПГ. Корнер! It's corner time! Что-то это было недолго. Опять этот джуниор. Давай, Снап, удачи. Я сейчас заканчивать буду, так что ты много не пропустишь, Снап. Буквально, наверное, может, до следующего сейва дойду и все. Мне не говорили... Ну, про одну секретную стену сказали в самом начале. Остальные я сам еще.
Вообще, да, не нужно прям это. Не нужно меня прям вести. Особенно тот, кто уже знает. Если то, кто-то как Снап, ну, первый раз видит, то как бы, в принципе, ну, можно там вместе посовещаться, там какой, не знаю, ключ там использовать. А, да, про вот ачивки. Ачивки можно говорить. Ачивки можно. Ну, то есть, либо если я сам запрошу какой-то вопрос, ну, тогда можете подсказать. Ну, стандартное правило. Да, вот бы сейчас диагональку-то сделать. Ты сделал? Окей. Не-не-не, Гоги, я только эту цель буду продолжать. Если я его не запарю в хлам, но вообще, чтобы невозможно было пройти, то я не буду начинать сначала, скорее всего. Я, конечно, не гарантирую, но, скорее всего, не буду. Все, да, на этом стрим заканчивается. Спасибо, что смотрели. Скорее всего, прохождение этой игры откладывается на довольно большой срок. Потому что, как я и говорил, я пока не планирую вообще-то проходить другие большие Айваны, кроме Камелии 2. Сегодня, ну, так вышло, что я это начал. Не знаю, стихийно как-то. Вот, но... В общем-то... То есть, прохождение ее будет, но когда... Когда, как бы, хэзэ. Ну, когда-то, наверное, будет, скорее всего. Так, что там, кого захостить-то? Даже не знаю. Ну, там, Пенти что-то стримит. Fun Games. Ну, го. А, у него та игра жесткая. Ну, давайте. Ой, я капсом написал, лол. Все, всем удачи.